субботу в 20:00 в программе Алексея Пушкова «По скриптум». Россия-Украина. Московский козырь в рукаве у Кучмы. Путин и Буш еще не встретились, но уже расходятся. Хавьер Солано выступает за крепкую Россию. А также, повяжет ли всех финансовая полиция? Какими быть налоговым органом? В субботу в 20:00 аналитическая программа «По скриптум».